Ханижи Капсна автоинспекция усуча изгана отца Ритан Ахуакла Кеюнецка Амет Гуатара Коремепкара на Падыргарц. Автоинспекция хавыл Патал Агры Парчапхатсас и Кулурылыйхит. Распоряжение премьер-министра Республики Абхазии в целях усиления обеспечения безопасности дорожного движения. Необходимо усилить режим работы в выявлении нарушений тонирования боковых ветровых стекол автомобилей, а также перевозка сыпучих грузов, грузовых автомобилей, перегруз транспорта. На сегодняшний день необходимо обращать внимание на все вышеуказанные нарушения, не делать никаких снисхождений данным нарушителям, привлекать к административной ответственности. Ахуакла кечагуатара куме пысуан хутып кырчахтых радугу партагуатара куйрылахун. Саатбжак ала янгылы за машина курачахайт. Абриам таялык зыны бижи машина кырсарге куйрымыз арлышца норма ку ирукшадзумыз. Нормы и хватрадзейру вообще передние боковые стекла вообще яла дзом ялта. Ингвахтот, ингвахтала гямыштых хядхайо. Хара бра протокола нахайо. Якушо хакамзыр, харта нарушение объявил. Якушо ва рызги дербота закон излохуала, а джиги яшум кона, а джиги гими хзум, и зато хуепш ахуйшо. А машина курсарки курырлыш цырепу амет пара курюкум шозар, якан а машина рнукцуйчай ананыр гылала керхала амхраяла гузги. Аха гудотат пефта инспекция хушай хабы заурчук барьяжа корыла штарнахыз дэджет за грыму парягана хяла. Ожуранзы шатына дырархатаква ямыр хырцалшары рыртузги, яхярнахыз яныр гыла за харапса аферызы а протокол изылыр вяуид. А харапсыз кибишмат гынацойд. Я махот лхода хахат вишта рыгурахгадзом яхайюат. Избана гуди дейл дырот, ишам ишатет, ишам хту. А я нахкула я махот лхода хахудзом хайюат. Ахожих я мухр, то и вот и тель тут, я мух не увиштер. А ги увил нас, а штраф дналшот, не хай не колот. Ирачоб зыцбух хату из кум на куапкараку. Я иткала нафтоинспекция усу, цвиража корыла, и цгёб ами курча тагла. Как показывает статистические данные, не говорит, что какой-то год у нас был лучше, какой-то год был хуже. К великому сожалению, у нас стабильно тяжелая ситуация с аварийностями на наших дорогах. Этому способствует множество факторов. В первую очередь несоблюдение правил дорожного движения. Во вторую очередь администратирование вообще всех этих правонарушений. Говорится о самой культуре получения водительского удостоверения, процесса обучения, процесса в первую очередь здоров ли будучи водитель, способен ли быть он адекватным, правильным водителем на дорогах. Это вопрос уже к Министерству здравоохранения. Вопрос, если говорить о уровне обучения, да, в автошколах, оставляет желать лучшего. Я зугату ту папарак и лацку машина нукцы цари харю крхам я пкашаки. Я на нукал гигам цхам цха, я кумар хот. За процент, и чуя дзама гид зиге, крхам я пкаш дали чейт. Ирой, а хаду гид джимбаджой, ижн хаку хкаху мар хот. Там хаузу насит, ижн дагатсит. Уса бишит хэта. Ганкахал хурава дайуб амет хтыскур хабхадзар армач рзы хатала имя пургу аус мепкотко ядрб шол цвекорту. Ау ихтыр ари усы джазыграб хадзир гыла токакуны яхупшуид азин хчара туспартокор хатарнакча. А закон зыге цырзеп шсыруб аджидацынаку и гидацымнаку я нығала таглаза ашарчира гидари вадай хуй турхуид дара. Хмилат яму айвара айма дырагыр ари усы пархагу пархуид хаважлар архатарнакчаки. Дениза Гергеев, Хабислан Джинджал, Апсу, телехопшрам.